рамках рабочей поездки губернатор Сергей Морозов посетил компанию «Бриджстоун», где встретился с генеральным директором завода Джеффри Гловером. Делегация осмотрела будущую площадку под новый проект компании «Логистический комплекс для легковых шин». Да, мы оказались в такой ситуации, когда мы производим шины здесь. Отправляем их в Москву, чтобы потом из Москвы они опять попали дилерам здесь, в Ульяновске. From a business perspective, that's crazy. Ну и с точки зрения бизнеса, да, это довольно... Сумасшедшая. Корпорация Bridgestone – крупнейший в мире производитель шин и резинотехнических изделий. В конце августа 2019 года предприятие в Ульяновске начало экспорт продукции, поставки на европейский рынок зимних шин. Возникла необходимость в логистическом центре. Начать реализацию проекта компании планируют в первой половине 2020 года. Общая площадь комплекса составит 36 тысяч квадратных метров. Предполагаемый объем инвестиций – 15 миллионов евро. Что касается проекта регионального логистического комплекса Bridgestone, для нас это знаковое событие, потому что вообще компания Bridgestone для нашего региона – это такой очень знаковый партнер, якорный для нас инвестор. Это будет логистический комплекс с общим объемом инвестиций 15 миллионов евро. Это более миллиарда рублей. После осмотра Сергей Морозов провел заседание Совета по инвестициям Ульяновской области. В первую очередь глава региона отметил, что растут налоговые поступления в бюджет региона от крупных иностранных компаний. Подписал соответствующее предложение об изменении областного бюджета. Мы дополнительно в расходную часть бюджета добавляем более 1,5 миллиарда рублей. Я хочу поблагодарить еще раз вот не только Джеффри, но вот и его лицей, все компании, которые поверили в Ульяновскую область, которые пришли сюда и которые вот как раз помогают нам дополнительно изыскивать финансовые средства. По словам участников совещания, пристальное внимание уделяется развитию сельских территорий и привлечению на них новых инвесторов. Так, в Сиренгульском районе в ближайшее время планируется создать современный производственный комплекс для промышленного выращивания птицы. По разработанному проекту производственная мощность предприятия составит 70 миллионов инкубационных яиц в год, а объем инвестиций – почти 7 миллиардов рублей. Я думаю, что данный проект принесет в Сиренгульский район не только налоговое отчисление бюджет, но и создание будет 280 рабочих мест со средней заработной платой 30 тысяч рублей. Главными двигателями экономического развития остаются индустриальные парки. Только на Заволжской промзоне реализуется 30 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 47 миллиардов рублей. По завершении реализации проекта будет создано около 5 тысяч новых рабочих мест. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, Новости Улправда ТВ.